Say something. Okay. Здравствуйте. Солод фейсел. Не знаю, почему люди любят так синематик мод. Я его ненавижу. Я его не понимаю. I wanna say something. Моя мама. Кого? Мы сегодня едем в Чешский Круглов. В нем, мне кажется, я не была сколько лет. Мне кажется, с года 2017-го Садра в нем не был никогда. Right? Один визит Чешский Круглов. Везем его в первый раз. Неделю назад мы ездили в Карловы Вары. Вот, жалею, что ничего не сняла, потому что был эпик фейл в конце нашего путешествия, но да ладно. Did you like Карловы Вары? Mm-hmm. How would you rate? For a city outside of the... Prague? Capital, yeah. I mean, solid eight tonight. Okay. For a small city. And now it's gonna be his second city. Right? Mm. Так что едем. Садра. Человеку сюда. Тут очень тепло. Я вот так вот нарядно, и мне максимально тепло. Еще обожаю людей с чемоданами, которые ни на секунду не отходят и прут как танки. Это мое любимое. Сколько лет в Чехии, путешествую сюда 6 лет, живу я тут почти 6 лет. Я заметила одну особенность любого города, и неважно, это Прага, Чешский Круглов, либо тот же самый Берон, который супер маленький город находится рядом с Прагой, неважно, куча городов. Они построены по одинаковому принципу. Здравствуйте, туалеты. Они построены по одинаковому принципу. Главная площадь с такими, именно с такими домами, не с какими другими, именно такими домами. Столб, посвященный Богоматери в Праге, его поставили, вернули недавно. Изначально он там стоял, потом его снесли и вернули обратно во время ковида, кажется, в году 2021, если не ошибаюсь. Был еще локдаун, его поставили обратно. И, конечно же, то, что добавил Садра, это град, как, например, в Праге, это Пражский град или Праг Касл. Здесь мы были, вот сейчас для этого были кадры очень красивого собора, тоже Святого Вита, как в Праге. И на этом все. Город на этом заканчивается. Конечно, где-то река. Как, куда без реки? Вот. Это вот просто все, что вам нужно знать о любом чешском городе, в котором вы поедете. Серьезно. Вот мы находимся сейчас на Классической площади. На этом, в принципе, все. Да? Да. А еще он находится рядом к Австрии, уже ближе к Австрии, и тут куча уже не слишком чешских вещей и диков, в принципе, тоже. Вот пример. Вот город. Еще один. И вот такая вот прелесть. Очень красиво. Такие вот улочки, главная площадь, мама. Райфайзен, конечно же, куда без него. Собаки, куда без них. И Сваровски. Блогером. Что, Садра? Садра.
милейшие сумочки. Шоперы, неважно. Телефон не упадет. Мы сходили в замок. Сейчас мы пришли в парк. Погода просто замечательная для практически... Окей, все еще начало сентября, но тем не менее погода просто замечательная. Садр делает селфи. Селфи, неважно. Короче, фоткает. Мы пришли в какой-то парк. Гарден. Неважно, очень красивый. И реально четко в честь кокромов. Больше, опять же, с моей 19-й, чем на Чехию самостоятельно. Хотя замок строили и город, я так понимаю, изначально строили в Чехии. Ну, это парк, это классическая такая австрийская интеграция. Интеграция, вы поняли.